О, Калинка, Маринка. Да. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы Павел Николаевич? Да. Меня зовут Казанцева Валерия Васильевна, это Восточный банк, отдел государственного взыскания. Ага. Вы имеете задолженность в Восточном банке. По какой причине вы находитесь на просроченной задолженности? Беспричинно. Причина вашей задолженности назовите. Вы? Ну, если я назову причину, она вас не устроит, понимаете, как минимум, как максимум вы трубку сразу положите. Поэтому я не буду озвучивать дальше, рекомендую вам не доставать подобные фразы мне. Понимаете? Я вам не рекомендую. Я очень внимательно слушаю причину вашей задолженности. Причина, я на вас, на пидорасах, и на тебя, в частности, шлюха портовая свой хуй ложил. Тебя такой ответ устроит или нет? Бледво ты за гудрониная, сука, а? Жопа верблюдья, мразь ты пробитая, шлюха прокуренная, а? Пидорасина трехдырая. Тебя этот ответ устраивает? Шлюха ты трехдырая, блядь, ты за гудрониная. Я тебе задал вопрос, тебя этот ответ устроил? Я тебя предупреждал. Я сказала, что нет. Ну все, тогда иди нахуй, если тебя не устраивает. Другого ответа ты от меня не услышишь из принципа, потому что нужно называть причину задолженности, а не оскорблять. Я хуй клал на задолженности, на вас попрошаек телефона. Я вам пытался по-доброму, по-хорошему. А для чего вы взяли тогда кредит в Восточном банке? Для того, чтобы вас кредит для того, чтобы не отдать, и не возвращаете. Бледво ты загудронина, я тебе повторяю. Для того, чтобы вы, суки, хуй сосали, мне звоня каждый день, а я на вас свой хуй доставал и дрочил, когда вы мне звоните. Вот чисто ради этого. Павел Николаевич, вы взяли деньги в банке и не возвращаете. Вы мне говорите, что мы попрошайники. Я взял деньги для того, чтобы их не отдать. Для того, чтобы вам их не вернуть. Пиши заявление в милицию. Иди сразу, пиши заявление в милицию. И иск на меня за оскорбление подавать. Потому что ты, пидораска тупая, нихуя не понимаешь. Я тебя предупреждал, что я тебя шлюха ебучая. Я тебя навоплю. И ты сейчас, как обычно, сучара положишь трубку. Что вы трубку, сделаете? Понимаешь? Хуй тебе по губам проведу, ебаный рот. Максимум на лицо тебе брызну, пидорас. А вы в этом уверены? Я в этом уже уверен. Я это уже сделал, понимаешь? Я это каким уже сделал. Вы это сделали? Я тебе каким это уже сделал. Ты сидишь, вытираешься, ебаный рот. Или ты возбудилась и секель, блядь, дрочишь. Да? А? Ошибаюсь. Слышишь, ошибаюсь, а ты сейчас слушаешь, не натрачиваешь, когда слышишь от меня подобные... У меня сегодняшний день. Какой день? Сегодня мой день. Я тебя выебал по телефону. Сегодня мой день. Просто охуенный день, понимаешь? Ледво ты ебучая. Я хуй клал на твои суммы. И я тебе говорил, я тебя предупреждал, что ты, сучара, первая положишь трубку, когда ты мне позвонишь. Теперь я твоя цель трубку, какая? Только тогда, когда отсюда, я закончу диалог. Да хуй ты будешь со мной вести диалог. Ты будешь диалог, слушать от тебя то, что я посчитаю нужным. Я положу трубку. Ты будешь слушать то, что я посчитаю нужным. И никакого диалога не получится. Потому что ты, сука, ебучая. Если со своим гей-коллективом другого не заслуживаете. Понимаешь? Да или нет? Чего? Нахуй иди, вот тебе ответ. На вопрос вы отвечаете, оплата поступит, да или нет? Нахуй иди, вот тебе ответ. Аргумент, рифма, прикинь, какая пизда. Нет, вы аргумент? Нормально тебе разговариваете, Павел Николаевич, более чем весомый, поэтому ты, бледво, нахуй иди отсюда. Вы для чего так сейчас разговариваете, для того, чтобы Павел ты Николаевич. Это услышала, ты же не понимаешь. Я тебе пытался донести, я тебе с первых минут сказал. Если я назову причину, она тебя не устроит, говорите. Понимаешь? Ты сама подтвердила, что тебя причина не устраивает. Соответственно, что? Нахуй иди отсюда. Причина, конечно, не устроила. Это чего не причина вашей задолженности. Чего ты продолжаешь дальше выпускать? Или ты дальше продолжаешь тебя, блядь, подсуждать? Ты, походу, из шкафчика с половиной разговаривать, засунула, загнулась раком и жопу себе продрачивать начинаешь, да? Признайся честно. Ты этим занимаешься или нет? Понимаю, слышишь? Говорите, а там этот хуйцов, что рядом с тобой гасит, по ехнему фалосом, слышишь, ебаный рот. Вы хотя бы нормально разговариваете, Павел Николаевич. Да как у Навального. Слышь, хуй сосня, или возьми ты спаса, который у тебя в шкафу лежит. Уеди рядом сидящую попрошайку, чисто по башке, под затыльнику. Будет вообще заебись. Чисто от меня привет ему передай. Мы попрошайничаем, Павел Николаевич. Я тебе говорю, попрошайки, которые вы рядом с тобой. Вы самостоятельно взяли в Восточном банке. Да, я взял деньги специально, чтобы их тебе не отдать. Не возвращайте, и вы мне сейчас говорите то, что мы попрошайничаем. Чтобы вам их, сука, не отдать. Вы взяли намеренно денежные средства в банке. Поэтому, сука, угадай, что я ел на ужин, и дергай нахуй отсюда, все.
Нет, ошибаетесь, Павел Николаевич. Трубку я сейчас положу. Ну, тогда будешь еще лучше отпускать, ебаный твой рот. Завтра оплата не поступает. Иди отсюда, понимаешь? Мой тебе ответ. Это ты можешь интерпретировать по-разному. Хочешь, да, хочешь, нет. Ну, то, что ты нахуй послана, зафиксируй это все процентово. Свои долги. Павел Николаевич, поэтому можете не удивляться, если следующий звонок вам поступит уже от коллекторского агентства. А ты что, ты попрошайка, ебаный рот. Ты есть коллекторское агентство, ебаный. А мы звоним вам с Восточного банка. Да ты попрошайка, ебаный. Ты звонишь с сотового номера 929-909-18-12. Ты что, ебнулась? Ты звонишь какой-то, блядь, шараш-монтаж конторы или батьхаты, ты слепая хуета, инвалид, сидишь, ебать, вещаешь мне тут нахуй. Иди отсюда, как куча твоих коллег, ебать. Ну, я думаю, попрошай, если бы у вас была возможность, если бы у вас была возможность начать работать в Восточном банке, вы бы с удовольствием пошли на данную работу. Поэтому сейчас я тебе говорю, сука, про данную работу на твоей речи. Я сейчас разговариваю так, как нормально я считаю нужным. Ты будешь делать то, что я тебе скажу. Ты понимаешь это или нет? То, и ты будешь делать то, брать, что я тебе сказал. Поэтому запомни, буду. Закуси у дела твои, сиди на жопе рума. Чего вы взяли то, что я потому буду что делать все, что вы скажете, Павел Николаевич? Что за самоуверенность? Или ты невнимательная тварь, хотя хуля, ты походу инвалид очередная, как твой коллега. Звонил мне, ебать, рассказывал, как мне надо жить и двигаться. Угу. Через две минуты усрался, нахуй. По-любому коллега, блядь, на удаленке, да? Скажи мне честно. А какое это имеет значение? Уйвала. Чего? Непосредственно а прямое это имеет значение. Непосредственно какое прямое это значение имеет, понимаешь? Имеет потому значение. Что вы, блядь, запомни, ты, если ты невнимательная, с рубля с меня не получите. Ни копейки, а будете звонить, я буду на вас так же изливать, понимаешь? Это вы уже скажете потом коллекторского агентства, когда вам позвонят из коллекторского агентства. Да похуй мне, пускай звонят, это будет вообще по кайфу. Да вообще, средства. Вообще перкать вроде тебя, еще хлеще даже, я и буду с удовольствием хуями крыть. Понимаешь, что это или нет? Да, ну и потом будете штраф оплачивать за оскорбление я сотрудников. Я тебе повторяю, штраф мне похуй на этот штраф, ебаный твой рот. Звони еще почаще, я буду тебя чаще хуями крыть. Ну, раз вам все равно, значит, оплачивайте. Хуй тебе нарыло, понимаешь, а не оплата. Зафиксировала, все, мог полить. Оплата сегодня-завтра, максимум послезавтра. Я могу сегодня-завтра-послезавтра свою сперму тебе на лицо излить, понимаешь, а не оплату повести, ебаный на оплата у вас поступает? Хуй тебе нарыло, мой тебе ответ, я тебе 20-й раз повторяю. Вы не можете сделать физически. Павел Николаевич, все слова, что вы сейчас говорите, какие слова? Я еще и половины своего лексикона даже по отношению к тебе не израсходовал. Ты это понимаешь или нет? Вы физически не можете этого сделать. Физически я это уже сделал невербально, понимаешь, что это или нет? Дистанционно ты выебанный, ебаный рот. Каким образом это сделали дистанционно? Каким образом это сделали дистанционно, Павел Николаевич? Дистанционно я тебя выебал, я от этого кайфанул. А ты разве нет? Аж голос изменился изначально. Да? А, ты 100%, ты сейчас базар продлеваешь. Базар продлеваешь для того, чтобы дальше себе сети перебить, да? Ах ты, блядь, конченая, сука, в натуре я тебя распустил, я вам. Павел Николаевич. А? Дополнительный номер телефона предоставьте. Он у вас есть, вашим, вам этого достаточно. Этого достаточно, нет, я тебе нам говорю. Недостаточно. Да. Нам недостаточно. Этого достаточно. Я решил, так и будет, понимаешь? Как я решил, так и будет. Как я сказал, так и будет. И ты будешь делать то, что я тебе сказал. Понимаешь это или нет? Можешь дергать нахуй отсюда. Все, я тебе, короче, представь, что ты загнулась раком, и тебе всем дали въебало, ты покатилась дальше. Ебаный. Всем вашим знакомым. Что? Ты глухая или глухого проводили рядом, ёбаный? А потому что со мной в один голос разговаривать не нужно. От чего ты решила, что к тебе такое определение, это диалог вообще применимо? Ты ж перхоть подзалупная, блядь, пробитая, шлюха поповая, ёбаный рот. Как по отношению к тебе можно вообще что-то другое проявлять? Ёбаный, да, нужно разговаривать более корректно, Павел Николаевич. А? Что ты говорила? Что же вы замолчали? Ты говоришь, я говорю, нужно повтори. Более корректнее. Повторяй, нужно я более буду говорить, ты можешь повторять только сколько я, сколько я сказал, видишь, ёбаный. Или ты сейчас из принципа трубку не кладешь, да? Из принципа на трубку не кладешь, отъебали во все щели, да, блядь? Ты берся, сука, загудруненная, блядь, я с тебя вашую. Павел Николаевич, если вы да, думаете, что я с вами блядь? Буду продолжать диалог очень какую долгое время... Какую диалог ты продолжаешь? Ты продолжаешь я сейчас кусок, знаю, дополнительный номер телефона. Твой рот, блядь. И с вами мы попрощаемся. Ты продолжаешь испытывать на лице, блядь, ёбаный рот, мои выделения, понимаешь, тварь, ёбаная ты, мразь.
хули тебе надо? Неужели вы хотя бы со мной в один голос не разговариваете? Потому что все то, что вы сейчас говорите, я от вас слышу через раз. Только тогда я перестаю разговаривать. Поэтому со мной в один голос разговаривать не нужно, Павел Николаевич. Я разговариваю. Нет, давайте договоримся с вами так. Если я разговариваю, то вы слушаете. Понимаешь? Ты всего лишь говорящая дырка, не более. Вы сейчас для меня то же самое. Да хули, Павел Николаевич, я тебе сейчас объявил ты, а дальше жить тебе с этим, понимаешь? Твое мнение для меня вообще, блядь, оно индифферентно, понимаешь? Потому что ты перхоть подзалупная, мразь и тварь, твоя сущность и суть, понимаешь, от природы. Ага, что, хавала, что? Секунду, помните, предоставьте. Ты, сука, не жуй, когда разговариваешь. Слышь, вас там что, не кормят, ебать, или тебе... Привязали, номер телефона дополнительный, вы приобретали? И дают тебе пожрать. На, сука, подкидывают тебе, как скоту в стойле, да, блядь? На вопрос мой последний ответьте. Да, сука, не жри ты, сучара, элементарно, будь хоть в чем-то с женщиной. Понятно, ты, блядь, конченая, тебе пиздец, ты себя объявила. Вы нормально, разговаривайте, да будь разговаривать не со мной, Павел Николаевич. Ты жрешь, сучара ебучая, тебе не стыдно, блядь, выплюнь ты нахуй, ебаный, или ты, блядь, от секса голодала, блядь. Нет, мне не стыдно, энергии до хуя не испытываешь, ебаный насос, я вам вопрос задала, у вас есть номер телефона дополнительный? Какой тебе нахуй телефон, тебе достаточно того, что есть, и ты можешь по нему с нему связаться. Этого достаточно, я так решил. И я решил, как я решил, так ты и будешь делать, понимаешь? Как вы решили. Как я решил, так ты, сука, и будешь делать, потому что я веду, блядь, я решаю, что с тобой делать дальше, понимаешь, тварь охуевшая. Как я решил, так и будет. Вы решаете, что мне делать дальше? Конечно, ты будешь, сука, делать то, что я тебе скажу, мразь, ебать. По такому образу, ебать. Ты выслушиваешь о себе то, что ты должна выслушать. И нихуя ты в этом диалоге сделать не смогла. Почему? Потому что ты как минимум не компетентный работник. А во-вторых, ты мразь прожженная. Тебе похуй, что тебя хуями кроют. Потому что ты днище позорное, тебе идти работать некуда. Ты проститутка по природе, не только физическая, но и моральная. Физическая там уже ебать нехуй, там затасканный полупидор, гидропидор, ебаный рот. А во-вторых, ну ты просто либо внешний уебан, либо ты инвалид. Я повторюсь, три варианта. Либо ты проститутка, либо ты инвалид, либо пизда тебе вообще в целом. Ты моральный ублюдок, ебаный рот. Тебя хуяли кроют за продвижение 12 минут. Это тебе похуй, понимаешь? Тебе вообще дрочить на это, ебаный рот. Вот ты даже даже объяснителем дрочишь себе во время диалога со мной, ебаная ты мразь. Вот и все. Удивилась, да? Что я делала? На тебе въебало, шалава ебаная, блядь. Заебись по базаре. Что так грубо разговариваете, Павел Николаевич? В общем, я с вами до конца Я тебе не собираюсь. Эти 13 минут ты нахуй тупо холостую пробрала, не добившись от меня ничего, ни информации, ни номера, ни даты, когда я внесу, а когда я хуй чего внесу. Ты некомпетентный работник, еще и берешь, сука, жрешь, ебать. Ты вообще охуела, прохуятина, ебутая. Это не ваши проблемы. Какие проблемы? У меня нет проблем, у меня позвонить. Это у тебя проблема, ты, сука, жрешь на рабочем месте, блядь. 18-18, а ты, сука, сидишь, ебать, за обе щеки. Ты жрешь, сука, ты голодала, тебе давно, давным-давно пора домой, а ты сидишь, сучара, блядь, дополнительные часы отрабатываешь. Ты не кажется, что ты тут в проебе, а не я? Ты мне звонишь, пытаешься с меня что-то взыскать, а в итоге, блядь, я вижу какую картину. Сидит баба, блядь, которая пиздец во всех отношениях сидит, запихивает, ебаный рот на ветер. Это либо ты голодала, либо тебе в натуре пиздец. На тебе, Эбола, сука, задохнись, блядь, а что лучше? Павел Николаевич, вы только что поняли, что вы сами сказали. Бог не нахуй в реанимации по ДВЛ, мой тебе ответ, блядь. Я вам тоже желаю здоровья. Всего хорошего, Павел Николаевич. Вообще похуй на тебя, ебаная ты, брать, мразь. Всего хорошего. Да, я на тебя высморкался, сука. Блядь, конченая. Хули тебе надо, пошла отсюда, блядь.
Всего хорошего. Будешь холодец или нет? Николаевич. На тебе холодец, нет, сука, закуси нахуй свою булку, ёбаный, запей, блядь, вместо желе, блядь. Тварь ёбаная, всё, а клади. А так разговариваете, Павел Николаевич, вам не стыдно так разговаривать? Чё ты удивилась, да, ты удивлена, ты до сих пор вам трубку не можешь так разговаривать, бросить, потому что ты не привыкла, что тебя так отъёбывают. Я... А тебя 100% никогда я так в жизни не отъёбывали. Тогда, а я отъебал так, что у тебя аж булки раздвинулись, ёбаный насос. Все твои клиенты, которые на простите, которые на сайте тебя обрабатывали, где ты работала, не способны на такое, поверь, на что способен я. У меня хуй 32 сантиметра, он в спидной стакан не помещается. Если тебе его засажу, поверь, я тебе набью мозоли возле почек. Поэтому ты, сучара, поэтому так и возбудилась, понимаешь? Я тебе настоятельно рекомендую на низком старте, знаешь, как бегуны, на низком старте встать и ебануть отсюда от моего пендаля, волшебного нахуй, ебаный твой рот. Павел Николаевич, разговаривай так с кем-то другим, со мной так разговаривать не нужно. Слушай, я так понимаю, тебе понравилось, что ты возбудилась, да? Ах ты, сучка, блядь, сучка извращенка, ёбаная, садомаза, 100% видишь, да, блядь, ёбаный дворок. Ласточка, маски, блядь, маски все возможные. Вы слишком уверены, Павел Николаевич, чтобы различных диаметров, да, вот признайся честно, блядь, ты их любишь. Признайся, проститутка, общем, что ты конченая, что твое нутро, батя, что ты отреагировала на мои излагания, поверь, ты что отреагировала, ты сколько раз прощаешься, иди нет, нахуй отсюда, нет, я тебе повторяю, сколько смысла, можно со мной прощаться, поэтому вам это тоже проблема всего какая-то хорошего. Или как? Или ты не можешь до сих пор мне сказать всего до свидания, хорошего. Я твой рот ебал, да. Мой хуй тебе до в дорогу, блядь, ебаный рот, пошла нахуй. Всего хорошего.